Разочарованию самарских болельщиков не было границ. Хоккейному клубу ЦСКА ВВС с самого начала не повезло. Первую домашнюю серию игр военные летчики проиграли Саранской Мордовии. Счет 3-4. Не помогли даже после матчевые буллиты. Саранский вратарь стоял насмерть. Главный тренер самарцев Владимир Шиханов оправдывается. Его хоккеисты психологически были не готовы к встрече со столь серьезным соперником. У нас с самого начала присутствовала скованность. То есть ребята как-то, какое-то волнение. Несмотря на то, что есть ребята и опытные, ребята переживали, что как-то не сразу все вошли в игру. Потом вроде как вкатились, уже началось кое-что получаться. Ну, довели дело до буллитов и, наверное, устали. Ну и на следующий день военным летчикам не удалось реабилитироваться перед фанатами, хотя поначалу казалось, что удача им улыбнулась. Не прошло и 15 секунд после начала игры, как отличился нападающий Александр Исмайлов. Шайба после его мощного удара угодила в защитное ограждение за воротами саранской команды, отрикошетила сначала в спину голкипера, а потом и в сетку ворот. 1-0. Но уже после перерыва отдохнувшие саранцы взяли реванш, забили 4 шайбы, хоть это и было, признаются, непросто. Тяжело было после первого периода команду поднимать на хорошую игру. Ну, вот время, как сказать, должны быть помощники команде, кто сможет игру поднять. Ну, в данном случае вот у нас первое звено. Самарские хоккеисты огрызнулись лишь однажды за пару минут до финальной сирены, но это уже была шайба престижа. На победный результат ЦСКА ВВС она уже никак не повлияла. 2-4 итог встречи. Своими эмоциями после игры поделились лидеры команд соперниц. Надломал нас вот этот второй гол. В большинстве из-за ворот тут тоже курьезность. Забили 2 гола удачно. А в третьем уже, мне кажется, соперник немного подсел, силы кончились. И мы были посвежее и закончили уверенную игру. Как итог, ЦСКА ВВС после 6 игр закрепился на 5-м месте в национальном чемпионате. Следующие матчи летчики откатают снова дома в пятницу и субботу. Добывать победные очки предстоит у саратовского «Кристалла». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.